Ну что же, сейчас у нас подробная инструкция, как установить вот такую программу Zoom на ваш компьютер. Для этого необходимо ее скачать с официального сайта. Как это сделать? Открываем любой браузер. Ну, у меня в данный момент это Chrome. Открываем новую вкладку и в поиске, как обычный обыкновенный поиск, записываем Zoom. И искать. Все. Первый результат поиска — это вот как раз ссылка на сайт этой программы Zoom.us. И есть, например, вот такая download, или может быть у вас будет написано скачать. Нужно на нее нажать. Загрузить. Скачать. Download. У вас появятся варианты загрузок, можно это, самую первую, клиент Zoom для конференции. И вот здесь написано «Загрузить». Нажимаете «Загрузить». И теперь вы скачиваете. Он спрашивает, куда вам сохранить этот загрузочный файл. Например, я нажимаю на диск D, и прямо сюда, на диск D, ни в какую папку, чтобы их не искать, куда я там. Я обычно в папку install сохраняю, ну просто для вас, для видимости, прямо на диск D. Сохранить. Вот здесь вот есть кнопка сохранить. И все, оно загружается. Файл небольшой, поэтому он уже загрузился. Если у меня в Chrome загрузки вот здесь отображаются, если у вас, допустим, Opera, то будет где-то здесь указано, что файл загрузился. Все, теперь эти браузеры нам не нужны. Берем, переходим в мой компьютер, открываем диск D, куда мы сохраняли, и вот у меня есть этот файл Zoom Installer, который я скачал. Необходимо его запустить два раза левой клавишей мыши, нажимаем. Теперь у нас спрашивают: вы хотите запустить этот файл? Да, запустить. Запускаем, и он устанавливается. Самостоятельно устанавливается, вам ничего не нужно делать. И если спросит, там, хотите на диск D, допустим, или на диск C установить, просто соглашайтесь. Да, установить. Все. Это конец инструкции. Теперь у вас появится вот такой значок в компьютере Zoom. Вы сможете его открывать и самостоятельно там заходить, войти в конференцию, но тогда придется ее вводить вручную, потому что вот если войти в конференцию, нужно указать идентификатор конференции, ну, и имя. Или же, если у вас есть ссылка, например, вас пригласили на конференцию Zoom. В Вайбере скинули вам ссылку. Вот так она выглядит. Все, что вам нужно, просто нажать на эту ссылку. Вот смотрите, наводите и просто нажать на эту ссылку. И открывается браузер, и у вас есть приглашение. Открыть приложение, вот Zoom Launcher. Здесь вот есть открыть. Видите, вот написано. Нажимаете сюда. Открыть приложение. И все, вы автоматически соединяетесь именно с той ссылкой, которую вам прислали. Вот открывается такое окно, и здесь есть приглашение подключиться с видео, и вам нужно нажать подключиться с видео. Все, теперь вы переходите к конференции. Если она уже началась, и потому что конференция проходит в определенное время, организатор вас, этой конференции, вас примет в эту конференцию. Вам нужно подождать, может быть, одну минутку, когда... И все, вы уже в конференции. Вот это и есть уже конференция. Здесь вам кто-то уже махает,
кого-то вы видите, а вот здесь находитесь вы. Для того, чтобы вас услышали, если вы видите ваш микрофончик вот здесь вот перечеркнут, вы можете нажать мышкой один раз на этот микрофон, и вас будет слышно. Вы можете остановить свое видео, и вас не будет видно. Вот таким образом. Можете включить свое видео. Вы это делаете по желанию. Вы будете все слышать, но пока вот этот микрофон перечеркнут, вас никто не слышит. Вам нужно мышкой нажать на нее и включить. Это если вы устанавливаете Zoom на компьютер. Такое же видео по инструкции будет для того, чтобы установить Zoom на Android устройство. Поэтому сможете и на свое мобильное устройство тоже установить эту программу и заходить в Zoom конференцию или с компьютера, или с своего мобильного устройства. Все зависит от вашего желания и возможностей. Все, на этом инструкция закончена. Как видите, все очень просто.